Семейная студия для детей из неблагополучных кризисных семей работает при благотворительном фонде «Дорога к дому» уже третий год. В нашей гончарной студии занимаются детки возраста от 3 до 15 лет. Это воспитанники центра реабилитации и адаптации «Большая семья». Это дети школьного возраста, которые проживают на территории фонда по адресу Софиевская, 10. На сегодняшний момент приняли такое решение и обратились к нашим партнерам к этой краудфандинговой площадке, чтобы опять же обратиться к всем неравнодушным жителям Одессы, не только, с просьбой помочь в сборе средств на ремонт крыши гончарной мастерской. Кроме платформы, мы еще можем организовать такую маленькую выездную ярмарку, взять такие классные штучки, и мы обращаемся ко всем, кто нас сейчас слышит, это просто активные жители или, может, представители бизнес-сообщества Одессы. Если у кого-то есть такое желание сделать у себя, провести такую маленькую небольшую платформу, компанию по сбору средств, обращайтесь к нам, мы с удовольствием это сделаем. Все полученные от ярмарки средства мы, опять же, положим на проект, который на платформе «Наш город». Проект можно поддержать на платформе «Мой город». Найти нас очень легко, просто в Google вводите «Мой город», либо наш сайт mg.od.ua. Заходите, находите проект «Ладошки добра» и поддерживайте на любую комфортную сумму. На самом-то деле сумма пожертвования не важна. Важен ваш вклад и ваше внимание к этому проекту.